В закрытом городе Ногинск-9 дикая история. Дважды судимый педофил напал на 12-летнюю девочку. Ее брат бросился защищать сестру и погиб. Погиб как герой 7-летний мальчик Женя Табаков. Как будто скульптор позолотою покрыл гранитный памятник рассвет своим лучом, в котором в полный рост, как в глыбе льда, застыл печальный ангел с униз опущенным мечом. Над твоим бюстом его щит висит, как нимб, а орден мужества в обличии креста на черном монументе светится под ним, как высший знак отваги воина Христа. Что сказать о судьбе, если пожил всего лишь 7 лет, но навек о себе в наших душах оставил ты след. На деревьях распускает май листву, а сентябрь жжет увядшую траву. В летнем зное и в плену январских вьюг неустанно время свой вращает круг. Только памяти негаснущий огонь на свечах дрожит под колокольный звон. Не наступит тьма, пока он не потух, и пусть тело тленно, но бессмертен дух. Я всю сознательную жизнь ищу ответ на самый главный, как мне кажется, вопрос: есть в этом мире справедливость или нет? И разве что-то может стоить детских слез? Мы стали обществом, где в нас со всех сторон пустила метастазы опухоль души, где на бумаге только властвует закон, и за оружие берутся малыши. Ты мечтал, как и я, офицерскую форму надеть, и слезы, не тая, все менты отдадут тебе честь. Бой коротким был, как лезвие ножа, когда ты в своей руке его зажав вел неравную с противником игру и ценою жизни защитил сестру. Знать по духу ты, братишка, был боец, как и те, кто не щадит своих сердец и с преступностью ведет смертельный бой. Женя Табаков, ты для меня герой.